же она? Ну где же она ходит, а? Меня заждался, Степа, здравствуй. Ну где вы ходите? Уже не терпится рассказать астропрогноз львам и девам. У львов, например, работы будет много. Звезды советуют бизнесом заняться, чтобы не было недостатка в пятачках, ну, то есть в денежках. Еще лучше положить хорошую сумму под проценты и накопить. Много у львов будет и любовных романов. Погрязнет в них, как чебурашка в апельсинах. Звезды советуют представителям этого знака обращать внимание не на темперамент и внешность, а на интеллект и надежность. Доверьтесь своему сердцу, оно не обманет. А здоровье львов не подведет в этом году? Если только они будут беречь горло и откажутся от мороженого и ледяных напитков. Иначе ангина и бронхит не отстанут. И придется вызывать врача. Прогноза уже девы заждались, Степа. Девы будут успешны в работе. Деньги будут, работы моря, все задуманное реализуют. Но придется конца года дождаться. А с любовью как дела будут обстоять? Истинная любовь не пройдет мимо. Ее лишь нужно будет разглядеть в многоликой толпе. Так что продумайте свой образ до мелочей. Но не переборщите. Тянет уши, получается, что лицо совсем теряется, а не хочется и потерять. Со здоровьем у дев тоже проблем не будет. Но укреплять иммунитет и поддерживать хорошую форму звезды советуют регулярно. Веселее танцевать, чем лежать. Нам нужны будут, Степа, и завтра. Расскажешь нашим телезрителям, что ждет в наступившем году весов? Да, а пока желаю всем приятных снов. До свидания. До свидания.